Здравствуйте! Сегодня мы с вами свяжем красивые пинеточки с бантиком. Для работы нам понадобится пряжа двух цветов и крючок. Две пуговички. Начинаем работу с 12 воздушных петель. Выполняем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Выполнили. Далее мы с вами выполняем 3 воздушные петли подъема. Провязали. И далее в четвертую петлю от крючка отсчитываем 1, 2, 3, 4. Мы с вами вводим крючок и выполняем 3 столбика с одним накидом. Провязываем. 1, 2, 3. Выполнили. И далее в каждую петелечку мы будем провязывать столбик с одним накидом. Так будем выполнять 10 раз. То есть провязывать будем в каждую петелечку по одному столбику 10 раз. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и последний, десятый. Выполнили. И теперь у нас с вами осталась одна воздушная петля, которую мы выполняли в начале ряда. В нее мы будем выполнять 7 столбиков с одним накидом. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последний, седьмой раз. Выполнили. И вот хорошо видно, мы с вами развернулись. И теперь будем в обратную сторону провязывать 10 столбиков с одним накидом. Так же, как выполняли это по противоположной стороне нашей подошвы. Первый, второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и последний, десятый.